воскресенье опять я вышла из магазина, и на кассе стоял парень. Клянусь, я так и не поняла, парень это или девушка. Мне кажется, что парень, так, но он был накрашен как девушка. Ногти были накрашены, правда, так вот, ну, неряшливо. В тени, в стрелке, очень красиво, волосы длинные, только уже темные. Всякие браслетики, одежда такая комфортная, красивые штанички такие кокетливые. Вот, понимаете, чистый, красивый, интересный мужчина. Я к нему в постель не лезу, правильно? Но он стоит, и я его постоянно вижу. То есть, получается, мужчины, которые похожи на женщин, или женщины, похожие на мужчин, это часть общества. Это часть общества, которая делает нашу жизнь прекрасным. Вот мы все такие, счастливые, какие есть. Есть груши, есть яблоки, есть ягодки, есть арбузы, есть дыни. Ну вот все, что есть, то, что родилось матушкой природой, вот оно, есть такое красивое. Так что ваши сыновья в этих ваших мэров городов, администрации, Путина, да, его родственники, они все вот точно так же, как я, заходят в магазин, покупают продукты, да, и они видят этих людей, они стоят в администрации, они врачи, они хирурги, да, они дантисты, они стоят на кассе, они, ну, работают в школе. Это люди, которые такие же, как и мы с вами. Но почему-то вы считаете, что этот человек как-то повлиял на меня или на погоду в Бостоне, или он как-то приставал ко мне, или я к нему приставала, или он совращает кого-то. Он стоял на кассе, он обслуживал. Вы когда открываете рот у дантиста и даете ему посмотреть на ваш больной зуб, вы же не знаете, с кем он трахался ночью, правда? Вы просто хотите, вы молите Богу, чтобы у вас больше не болел зуб. Все. Когда вы попадаете, там, не знаю, с этим аппендицитом, вы тоже, врач, подождите, вы кого ебали ночью? Это вы гомик или не гомик? Да, ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Вам нужно, чтобы вас качественно обслужили. Все. Вы когда включаете «Лебединое озеро», вы же не думаете, Чайковский трахал там, не знаю, там, мальчиков или там, ну, короче, не девочек, да? Вас вообще не ебет кто кого. У вас актеры красятся, да? Ну, в фильмах же, вы видите, крашеных лиц. Да, вот, например, «Гардемарины вперед», они все накрашенные. Они все накрашены, ваши гардемарины вперед, и ничего это не считается как бы классные, гардемарины вперед сексуальные. У вас Басков накрашенный, у вас этот шаман накрашенный, может быть и Путин, я смотрю, у него какие-то брови такие стали темные. У вас, ну, как бы мужчина употребляет косметику, и что? И что? Почему вы оскорбляете западные страны, что типа мы какие-то там ущербные, а у вас этого нет? Когда у вас это есть, вы ущербны тем, что вы не принимаете людей такими, как они есть. И вы считаете себя выше других.